Всем привет! У нас здесь произошло небольшое ЧП. Мы пошли с Никитой до леса прогуляться, взяли с собой тайгу. Она решила переплыть речку. Она находится сейчас вот на том берегу, а обратно плыть уже не может. Как видите, появились уже небольшие забереги, лед. Она испугалась и плыть не может. Сидит на том берегу, лает, и все. Никита сейчас пошел за лодкой и поплывет уже за тайгой. Вон она ходит на том берегу, зовешь ее, она сильно-сильно истерически лает, и на этом все. С таким даже воем завывает. Обратно плыть не может. Вон она сидит, ходит по берегу иногда и завывает, когда ее зовешь. Вон Никита уже идет с лодкой. Сейчас поплывет за тайгой. Может, тебе помочь спустить ту лодку? Ну и дела. Что, она никак не плывет? Не. Зовешь, она только воет. Вот такая история, друзья. Ты сказала, да? Про тайгу-то. Да. Он опять. Она бегает, скулит. Взвизгивает. Туда главное, такая спокойная переплыла. Она вот там вот плыла, где большие забереги. Она до льда доплыла, на него залезла. Постояла, я ее звал. Она потом раз в ту сторону перешла, на тот берег, и все. Обратно ни в какую уже не идет. Видимо, испугалась по льду-то. Туда доплыла или как, а обратно уже все не может. Сегодня ночью обещают хороший мороз. Ну как мороз, минус 15 градусов сегодня будет. Он часто уже настывает под вечер. Так что там ее оставлять нельзя. Мы сейчас выбрали вот это вот место, где меньше всего заберегов. У меня лодка ПВХ, она достаточно крепкая. Я сколько плавал, в принципе, забереги ей не страшны. Не должна порваться. Ну, конечно, всякое бывает. Раз в год и палка стреляет. Так что, ну, я надеюсь, что я сегодня не искупаюсь. Сейчас, значит, я лодку принес, буду переплывать. Надо быстрее, а то уже даже темнеет. Да, и уже темнеет, вообще на глазах просто. Так, ну все, я спускаюсь. Пойдем. Тайга уже сидит на том берегу, ждет. Опасно плыть. Везде камни. Опасно плыть. Ну да, тут камней-то много. Хватает. Да. Вот такое вот у нас происшествие произошло. Ой, как она завывает. Тайгуша! Надеюсь, все обойдется. Никита ее переплавит сюда. Там можно подплыть-то вообще? А? Можно подплыть-то как? Плыви выше! Такое течение сейчас еще сильное. Воды прибавилось в реке. Тут лед.
лед толстый уже. Это плохо. Я говорю, тебе может выше. Я ничего не слышу. Да, сегодня будет ночью сильный мороз. И, скорее всего, это еще сильнее все застынет. Никита вон потихонечку пробирается к тайге. О. Надо же как. Боится. Тайга, давай, давай. Будет проблемно ее загрузить в лодку. Но у нее сильный испуг. Ты сам аккуратнее тоже. Села и никак не залазит в лодку. Ну, вроде бы. И залазить никак не хочет еще. Рада его видеть. Тайга у нас к лодке не приучена. Никита пытается ее сейчас усадить в лодку. Но пока что все безуспешно. Ура! Наконец-то все разрешилось. Тайга решила плыть сама в лодку, так и не села. Все плывут домой. Тайга, иди сюда, тайга. Здесь уже мелко. Тайга, иди сюда. Иди ну, наконец-то, сюда. Да, Никит? Тайга, иди сюда. Тайга, вот туда иди. Тайга, иди ко мне, иди сюда. Тут нету льда, тайга. Ну, наконец-то ситуация разрешилась. Да, главное, переправили. Оп-оп-оп, давай-давай-давай. Всё. Ура! Тайга, ты на этом берегу. Тайгуша. У тайги сегодня был большой стресс. Где-то у меня есть кусок хлеба в кармане. Дам-ка ей сразу сейчас. Ну все. Переправили. Ай, куда ты поехала? Сейчас все застывает сразу же. Вот. Вода на лодке, вот это вот, все застыло, тут как, значит, как санки катаются. Тайга у нас к лодке вообще не приучена, она всегда речку переплывает сама. Как-то, ну, там были первые разы, когда она еще такой полущенок была, мы ее брали в лес. Она плавала только в лодке, воды боялась. Потом мы ее пару раз толкнули в воду, она все попарахталась. С тех пор она в лодку больше не садилась у нас. И вот сегодня я ее там никак не мог посадить. Она лает, бегает вокруг лодки, никак не садится. И она боялась вот этих вот заберегов. Она ступает лапой, они проваливаются. У нее сразу же такой взгляд, она боится. Я доплыл, показал ей дорогу, что можно вот так вот как бы переплыть, что я плыву, и она за мной поплыла тоже. Пару раз вернулась, и потом все-таки силы, смелости нашла и собралась, и переплыла. Вон она там уже что-то копает. Тайга, иди сюда, хлеба дам. Тайга, тайга. Тайга, тайга, иди к нам. Тайга, тайга, на.
Тайга! Тайгуша! Ну, сейчас это будет для нее уроком. А то она сегодня такая довольная, побежала в речку, прыгнула. Она уже только возле того льда, который с другого берега, поняла, что что-то все-таки не так. Обратно она уже не собралась плыть. Возвращаемся домой. Снег под ногами скрипит, хрустит. Сумерками вообще похолодало. Сейчас, наверное, где-то ниже 10 градусов уже. Вот такая у нас сегодня прогулка получилась. Точнее, не получилось. Было спасение тайги из ледяного плена. О, на улице так дышится, зима. Тайга у нас вон бегает. А, все, солнышко спряталось. Днем-то где-то минус 5, минус 6 было. Вот, для тайги это сейчас будет уроком. Самое интересное, что мы не хотели идти туда, через лес, в лес хотели совсем в другую сторону пойти. Да, сейчас через речку ты не переберешься толком. Вон она бегает. Довольно. Второй питомец сидит на жердочке, уже готовится ко сну. Сорока. Белобока. Очень умная птица. Что делать с сорокой, мы пока не решили. Так она у нас сидит в теплице. Кормим мы ее хлебом. Давали ей кашу рисовую. Также дали ей мясо. Ну там мясо с салом, какие-то были обрезки, отходы. Это она ест за милую душу. Сороки, они всеядные, едят абсолютно все. Ну хлеб вот она больше всего ест. Ну и мясные какие-то вот эти отходы. Ну, птичка такая хорошая, упитанная, они неприхотливые. Я бы не сказал, что она такая сильно боязливая. То есть она прям это... Ну, опасается, конечно, но не боится так сильно. Тайга, он бегает. Так что вот, пока она у нас сидит в теплице, что дальше с ней делать будем, неизвестно. Пусть себе сидит. Одна теплица у нас на зиму сейчас сделана под комбикорм, под зерно. Вторая теплица вот занята сорокой. Все, тайга, давай, давай, заходи, заходи. Все, пойдем, пойдем домой. Все, все, закрываю тайгу. Сегодня набегалась она. Чай у нас сегодня из термоса. Мы с собой брали в лес чай в термосе. И в итоге так мы его и не попили. Так что будем пить сейчас. Ох, чаек как заварился хорошо. Какой запах. За окном мороз крепчает. Я сейчас заходил в дом. Было минус 15 градусов. Так что у нас тут у речки может еще и ниже опуститься температура. Вся река точно встанет сегодня. Ну да, возможно, тонкой корочкой это точно покроется. Но потом опять тепло обещают. Холодаете ненадолго. Ну, как говорится, собака лучший друг человека. Так что мы сегодня вытаскивали тайгу из очередной передряги. Тайга с нами уже давно. 4,5 года она у нас живет. Брали мы ее щенком. И за это время... Мы уже с ней побывали в различных передрягах. Всякие случаи у нас были. Она у нас как-то потерялась. Да, в лесу она у нас терялась. И не один раз она терялась. Как-то мы ее потеряли. Это был, наверное, один из первых случаев. Мы ее потеряли в лесу. А ушли мы, ну, приличное расстояние. Это несколько километров было. Искали, искали ее. Искали, искали. Ходили, кричали по всему лесу. Ну, нету ее. Все, уже темнеет, мы домой пошли. А это, ну, тоже где-то ближе к осени было. Но не так холодно. Все, мы приходим, уже как бы, ну, домой пошли, приходим к речке. Она у нас у лодки лежит, такая охраняет, в общем. Не знаю, то ли она потерялась, то ли что, отбежала от нас, не могла найти. И побежала это,
как бы на место к лодке охранять. Вот так мы ее сколько раз теряли. Сегодня вот она у нас. Ну хорошо, что она вообще нашлась. Некоторые же лайки вообще в лесу теряются, убегают несколько километров, находят их в разных деревнях. Да, и такое тоже бывает. Собаки убегают. Лайки, они такие, собаки-то, они любят пошнырять по лесу, побегать. Это их как бы жизнь, образ жизни такой. Всякое бывает, да. Я как-то одну даже собаку потерял. Это еще она до тайги была у нас. Ее звали Елка. Тоже ушли с ней в лес, и все. Ходил я ее, потом искал, и по соседним деревням искал ее, так я ее и не нашел больше. Она тоже такая молоденькая была, может ей год-два было. Потерялась. Еще плохи те собаки, которые к человеку, к чужому подходят спокойно. А Лайка это такая собака, за ними многие гоняются, то есть ищут там, покупают за серьезные суммы. Вот, сейчас тоже смотрим собаку, так вот в интернете искали, даже за 100 тысяч лайк продают уже таких. Ну, это такие очень чистокровные, с документами, и все. Да. Так что если собака подходит спокойно к чужому человеку, то ее могут дернуть. Там даже по окрасу, если окраска красивая, то цена увеличивается, а если берешь кобеля, то это вообще... Да, то есть суммы вообще могут быть разные. Ну так, лайки в среднем у нас стоят вот 5, 10, 15 тысяч вот в этом диапазоне. Так что вот сегодня мы тайгу опять вытаскивали из такой передряги. Она у нас такая собака с характером, к чужому она ни за что не подойдет. Даже если подойдет, то понюхать она не дастся никому. Все, за счет этого она как бы и не теряется, так скажем, не убегает. Была до нее у нас еще одна собака, Лайка, она с документами у нас была. Бойка ее звали. Но она умерла своей смертью от старости, ей уже много лет было. Такая вот собака была хорошая. Она даже не где-то у нас, она просто ушла. Да, она ушла и где-то вот умерла. Но она такая была собака, она была тоже свободолюбивая. В вольере она ни в какую не сидела. Если сидела, то она там всякие подкопы рыла, постоянно убегала. Но мы, раз живем у леса и постоянно ходим в лес, то вот мы лаек держим. Это такая лесная собака, которая нам подходит. Я как бы не какой-то там охотник, ничего, охоту особо не люблю. Поэтому просто вот ходим в лес и с собой берем собаку. Для нее это раздолье. Так что вот, такие дела. Ну она как бы больше к лесу, это такая порода приучена, нежели там, например, немецкие овчарки у меня родители держат, они... Более сторожевые, больше любят дома, вот как-то вот на территории где-то бегать. Так, конечно, она такая собака для леса, так как ей даже такие расстояния не особо. В лес они когда ходят, они далеко не убегают от родителей, от моих. Вот они идут рядом всегда, очень послушные. А это ей воли, да, она побежит. Но она всегда возвращается и смотрит, куда мы идем. Да, у них же у лаек такая особенность, что они... не должны ходить вот рядом с хозяином в лесу. Она всегда должна где-то бегать там, хотя бы на расстоянии несколько сот метров, там 100, 200, 300, некоторые еще дальше убегают. Вот, ну, собака такая у нас. Нам тайга нравится.
Вот такое сегодня было красивое морозное утро. Температура отпустилась до минус 17 градусов. Это я смотрел в 9 часов утра. Это был такой первый хороший заморозок после лета. Катя сейчас готовит обед. На обед сегодня сырники классические, обычные. Это наше любимое блюдо. Мы его готовим часто, потому что оно простое и вкусное. Я даже, кстати, иногда бывает сам готовлю. Только мы с Катей готовим немножко по-разному. Она весь творог измельчает блендером, а я просто так туда добавляю яйцо, муку, сахар, все это перемешиваю. У Кати они получаются такие поплотнее. Они получаются нежные. Нежные и такие. Ну, поплотнее. У меня бывает разваливаются немножко. Не разваливающиеся. И Катя сегодня еще будет готовить какую-то сырную закуску. Вот тут вот она завела такое, как тесто, не тесто. Я уже тесто завела на нее. В общем, эту закуску я буду готовить первый раз. Нашла рецепт и решила приготовить что-нибудь вкусненького. Вот. И буду готовить вот в этой формочке. Эта форма предназначена для пончиков, но мы сегодня будем ее использовать немножко для другого блюда. У нее такое универсальное значение, можно сказать. Мы решили ее задействовать под вот эту закусочку. Баба Галя нам, кстати, рассказывала про нее, что в нее еще можно оладьи стряпать. Можно оладушки, да, постряпать, дрожжевые. Она рассказывала. Я думаю, что можно еще какие-нибудь там, типа кексиков, сделать. Ну, у нас их, кстати, две. Вот еще вторая такая же. И готовить мы, кстати, вот эти вот сырные, как они, кексики, назовем их. Ну да, сырные кексики. Вот, будем готовить их, запекать в русской печи. Сейчас накатала шариков из нашей творожной массы и делаю вот такие вот сырнички лопаточкой. Формирую. Раз. Вот такие красивые у нас кругленькие они получаются. Так вот в муке обваливаем, прихлопываем и потом выравниваем стенки. Готовый сырничек. Выкладываем сырнички. На сковородке у меня уже масло сливочное растопленное. И я еще добавила чуть-чуть растительного. Так будет повкуснее. Вот так вот выглядит сырная закуска в формах. Кладем по чайной ложке без горки, потому что оно еще поднимется в процессе запекания. Вот так вот. Что, ставим? Переворачиваем сырнички. Вот у них такая красивая зажаристая корочка. О, тут даже сильно поджарилось уже. Ну вот и все сырнички готовы. Так пахнет вкусно. Так. Ну что, они у нас пропеклись? Да, я думаю, что все. Но они сильно уже даже так подрумянились. Даже подзажарились, я бы сказала. Вот. Но главное, вот, чтобы пропеклись вообще внутри. Так, сейчас подставочку надо. Давай на тарелку. Сразу. Наши сырные кексы немножко пригорели, мы их в печи передержали слегка. Да, надо будет следующие пораньше вытащить и, наверное, побольше маслица налить. Но сверху они такие нормальные, подрумяненные. Ну, они мягкие очень получились. Так-ка попробуем. Ну, на вкус нормально, вкусные. Единственное, они слегка прилипли. Да, это, конечно, плохо. Но это надо просто побольше немножко масла лить, потому что оно же, видишь, форма-то такая углубленная. Все масло стекает вниз.
Скорее всего, но я хорошо как бы смазывала, не знаю. Может быть, этого маловато. Это надо еще учиться в них стряпать. Там, видимо, своя эта технология какая-то. Ну, ничего страшного. Они, кстати, вкусные получились, я тебе скажу. Сейчас я попробую тоже. То, что пригорели, ничего страшного. Они даже не пригорели, а они прилипли просто. Угу. Друзья, посмотрите, какая у нас красота за окном. Розовое небо. Сейчас очень красивый закат. Такие закаты бывают нечасто. Я вышел, даже дух захватывает. Тебе чистый или разбавить? Мне разбавить. Так. У нас сегодня сырники со сметаной. Ждем вторую порцию сырной закуски. Первую мы сразу же съели, то, что достали. Они такие маленькие получились. На один зубок. Да, мы их как семечки щелкали. Ну, кстати, вкусно получилось. Единственное, что они у нас немножко так это пригорели. Может, мы что-то делаем не так, может, с этими формами надо как-то по-другому работать. Ну, ничего страшного, научимся. У нас сегодня еще к сырникам ягоды, которые мы собирали летом в лесу, когда ездили в гости к Родиону. Это черника и брусника замороженная. Это тут будет как раз самый раз. И со сметанкой. Сейчас буду менять освещение в этой комнате. Здесь у нас висит вот такая люстра. Ее я буду убирать и за место нее весить новые лампы. Вот на эту балку. Ее еще называют матица. У меня куплены вот такие лампы. Они длинные. Их как раз хватит вот на всю длину этой балки. Через небольшое расстояние я их буду делать. И плюс этих ламп в том, что вот отличие вот от этой, например. Если сюда ввернуть даже все лампочки, этот свет будет концентрироваться только в этой части комнаты. Здесь будет, ну, темновато. Эти же лампы, они будут освещать равномерно всю комнату. Все так вот протянем. Лампы, кстати, такие же, как в том доме, во втором. Также я здесь купил еще провод. Поменяю часть проводки, кабель-канал. И поменяю выключатель. Купил вот такой выключатель. Здесь у нас уже такой старенький. Так что вот сейчас буду заниматься электрикой. Так, достаем лампу. Здесь инструкция. Вот такая длинная лампа. Она идет с тумблером. Также с ней в комплекте идут провода. Вот такой провод для подключения к сети и еще переходник. Это переходник нужен между лампами. То есть если их соединять, вот как в моем случае, там 2, 3, 4 лампы, вот между ними вот этот провод идет, на такой дистанции они друг от друга крепятся. Так, дальше идет здесь еще набор для крепления. Здесь идут такие саморезики и зажимы. Все, в комплекте есть, ничего искать не нужно. Так, сейчас мы их все достанем, распечатаем. К сожалению, сам момент работы с проводкой мне толком заснять не удалось, потому что у меня на голове был очень яркий фонарь, и из-за него в видео получились пересветы. Работа с проводкой была обычная. Изначально я установил кабель-канал, затем я протянул провод. С одной стороны провода была розетка, в которую будут подключаться лампы. В другую сторону провода я, соответственно, подключил в распредкоробке. И также я поменял выключатель на стене. За окном темнело быстро. Я начал работать где-то 4:30, а в 6:00 уже темно. Я еще когда устанавливал кабель-канал, уже были такие хорошие сумерки. Так, сейчас я делаю первую лампу. Сделал для нее крепежи, такие зажимы, как скобки идут. Двигаем ее в сторону до упора. Провод здесь длинный. Здесь у меня установлена двойная розетка. Провода я тоже уже все подключил, запитал. Так, сейчас включаем. Ох, как ярко.
Ну вот, все работает. Вот такой свет получается. Светит одна лампа примерно так же, как люстра светила. Свет такой ровный, белый, матовый. Но сейчас я буду устанавливать еще две лампы вот сюда в сторону. Так что света будет за глаза. Вот сейчас совсем другое дело. Яркий, ровный свет по всей комнате. Приятный для глаза. Да, конечно. Белый свет. Светло теперь. С теми лампами как-то все равно тускловато было. Да. Их сколько не уворачивай, они все равно другой свет. А вот они, наверное, много мотают. Да нет. Это же это энергосберегающие. Да. Они каждая по 16 ватт, по-моему. Ну, это хорошо. А эти постоянно перегорали лампочки-то. А это же вообще по 60 ватт? Ну, вот даже если, да, одна где-то, ну, 60-70 ватт они, вот это вот одна, допустим, 60 ватт, а эти три вместе 48 получается. Да я даже очки одену, так тут не вижу, а тут, пожалуй, без очков кое-что можно прочитать. Сейчас даже настольную лампу не надо. Да. И они, кстати, вот смотри, они еще друг от друга не зависят, у них есть тумблеры. Днем вот, например, тебе три лампы не надо, можно одну выключить. Ну, я вообще-то днем-то свет от Никиты не включаю. Ну, если так вот надо что-то, допустим, почитать уже сумерки, одну выключаешь, можно две выключить. То есть они друг от друга независимы, ну, они все выключаются надо, вот так вот. Все равно свет включать. Ну, если они мотают немного... Так лучше уж пусть горят все три, для глаз все равно у меня да, зрение конечно. Падает, и мне надо, чтобы освещение было хорошее. Они не перегорают, ничего, ну, не знаю, сколько они, конечно, прослужат, посмотрим, но ну, уже что, никак эти сколько менять. Сколько прослужат? Я тут еще выключатель поменял, сделал новый. Удобный. Да, он также двойной, то есть это вот в комнате, это на улице прожектор уже включается, выключается. То есть, как и было, я точно так же подцепил. Тут вот старый выключатель был такой. Он еще был на гвоздях сделан. Ну, он старый. Это первые выключатели, наверное, были у них. Давно ведь это проведено. Проводка-то вообще старющая, да. Да. Вот такой выключатель. Эту люстру я старую отцепил уже. Все, она не рабочая. Я ее буду убирать, снимать. Сегодня уберем. Не знаю, сегодня, завтра, без разницы. Сейчас эту тумбочку надо будет отодвинуть, я тут уже с табуретки ее уберу. Тут провод этот тоже спрячем, все сделаем. Сейчас, кстати, многие, наверное, напишут мне про розетку, то, что я сделал к потолку. Как про то мне писали, как я в том доме. Я в том доме сделал также двойную розетку. Но это я сделал для того, чтобы на Новый год можно было здесь... Удобно подцепить гирлянды, да, вот так вот их пустить по всему дому здесь. Катя опять будет наряжать к Новому году все, поэтому и удобно там будет. Воткнет, все, и раз по всему дому обведем, по всей комнате. Нет, хорошо, лампы эти ярко горят, светло. Ну это уже, конечно, это вообще другое дело. Да. Я говорю, что одна лампа примерно горит, вот как у нас люстра горела, вот так же. Там, конечно, не все лампочки у нас были вернуты. Там, как включишь, вернешь две лампочки, обязательно одна перегорит сразу. Это ну, люстра-то старая. Да она уж страшная такая. Люстра старая, или она такого производства некачественного. Ну вот как-то так у нас получилось. Управился я примерно за 2 часа где-то все это сделал. Не торопясь, все ну, провел. Молодец, Никита, хорошо, теперь светло. Начал работать уже под вечер, правда. Нам было днем. Ну, фонарик есть, нормально. Все сделал. Так что вот, сейчас вот светло. Сейчас хорошо, здесь светло. У нас сейчас в этом доме все на новый лад. У нас и светло, и тепло, отопление есть. У нас вот сейчас работает одна тена. И в комнате, ну, вообще нормально, хотя за окном уже лежит как снег. Как говорят, светло, тепло, и мухи не кусают. Да. Мухи тоже уже отходят, наконец-то. Сразу две. Сейчас я поверху пройдусь еще. Так, отходи, я сейчас снизу еще прихвачу.
чуть не ровно. Подожди, еще. Еще? Вот в эту сторону. Дима, чуть-чуть она это. Вот так вот. Ага, а там уже уходит, видишь, да? Уходит немножко. Ну вот так вот сделаем. Вот. Ага. Вот так вот чуть-чуть, тебе чуть-чуть ко мне. Давай. Все нормально? Там посмотри, угол нормально, не отошел, не поднялся. Mm-mm. Сделали за плитой вот такую панель ПВХ, чтобы когда на плите что-то готовишь, чтобы брызги на стену не летели, а вот на эту панель. Она хорошо моется, протирается. Я ее прикрепил на скобы, на степлер. Но было написано, что их крепят на жидкие гвозди. Но я подумал, что потом, если ее убирать, то там будут такие разводы от жидких гвоздей. А здесь этих скобки сковырнул, все, и никаких следов. Так что можно сейчас спокойно готовить. Котлеты жарить, отбивные.